романсы, а ты потом выйди. Обязательно. А как ты сейчас послушай? Я, к сожалению, с Галиной очень редко встречалась. У нас, как обычно, один певец и одна певица. А меня вообще никуда не видит. Я рада, что вот я сегодня присутствую на твоем юбилее. Я поздравляю, желаю здоровья прежде всего и творческих успехов. Начну со старой городской песни. Многим она известна. «Стаканчики».